Его профессиональный рекорд 22 победы при 11 поражениях. И его стиль ММА. Ladies and gentlemen, he's 30 years old, standing 167 centimeters tall, official weight 57.6 kilos. A MMA specialist with professional record, 22 victories and 11 defeats. He's Bishkek, Kyrgyzstan, Fatal, Rizkubek, Kyrgyzstani Kraken, Ibrahimov. А вот и его соперник в красном углу октагона. And his opponent across the cage, fighting out of the red corner. Бойцу 32 года, рост 165 сантиметров, вес 56,85 килограмма. Борец с профессиональным рекордом 13 побед, 6 поражений, ladies and gentlemen. He's 32 years old. He stands 165 centimeters tall, weighing at 56.85 kilos. He's a wrestler with professional record, 13 victories and 6 defeats. Дамы и господа из Гростова, Россия, приветствуйте Расул Албасханов! Рефери боя Максим Протасов. Бойцы в середину. Парни, внимательно слушаем мою команду, активно вещаемся на протяжении всего поединка. Руки пожали. Угол. Ну что, друзья, соглавный поединок Рыскулбек Ибраимов против Расула Албасханова. 5 раундов по 5 минут отведено регламентом. Ну а продлится ли все запланированное время этот поединок, мы узнаем прямо сейчас. Оба работают в правосторонних стойках. Хороши. Хлесткий лоу-кик в исполнении Албасханова. Неспешное начало, но 5 раундов, друзья, не будем забывать. Дистанция очень приличная для Расула. В общем, это не в новинку сражаться по таким лекалам, по такому формату, потому что несколько раз он дрался за пояс, правда, не очень удачно. Но позиция была очень сильной. Здесь, конечно, Рыскулбек должен не то чтобы прыгнуть выше головы, да, но очень постараться, чтобы сегодня одержать победу. Но пока совсем не активно. И вот такую карусель закрутил сейчас Расул. Но Рыскулбек спокойно отошел назад, пропустив вот эту круговерть мимо себя. Средняя дистанция. Пока что, да, с опаской такой определенной друг к другу относится. Но я бы даже сказал, очень дальняя дистанция для этой весовой категории. Болельщики начинают недовольно посвистывать. Опять же, да, 57 килограммов. Здесь мы привыкли к запредельным скоростям, к огромному количеству ударов, комбинаций. Очень активной борьбе, кстати, в партере. Всегда любопытно смотреть на то, как два мухача разбираются. Постоянная смена позиций. Ну вот, включаются болельщики, поддерживают они Расула, что, в общем, да, хотят немного так дать огоньку болельщики этому поединку. Поддерживают, разумеется, своего земляка Расула Албасханова, но пока что рисунок боя принципиально не меняется. Вот так с наскока наносит удар Албасханов, но на Ибраимова это пока что не произвело должного впечатления. Снова за шагом хорошо начинает рвать дистанцию Расул. С короткого подшага трудно достать соперника, поэтому начинает дистанцию удлинять. И вот сейчас на гильотину пытается выйти. Еще раз напомним, что Расул это базовый борец, и что здесь он чувствует себя очень-очень комфортно. Да, не так просто тут выйти на удушающий. Рыскулбек держится, сопротивляется, более того, двигается. А как долго сможет так Расул удерживать его? Ну да, при этом нет возможности наносить удары. И вот сейчас побил чуть-чуть и попробовал тут же опять сомкнуть захват Расул Албасханов. Заходит за спину, очень грамотно действует Расул.
разворачивается Рыскулбек, но не пускает его Албаскара, продолжая очень активно улучшать свою позицию. Но молодец, вот здесь Рыскулбек ненадолго выбрался, ненадолго. Да, контроль по-прежнему за Расулом Албаскановым. Опять заходит за спину, очень уверенно заправляет ноги и... Смыкает замок. И через челюсть, по-моему, душить пытается. Нет, здесь спасает себя Рыскулбек. Руки, да, не сжаты до конца. Но продолжает работать очень активно в этом направлении Расул. Есть удары. Рыскулбек без паники абсолютно обороняет себя. Хотя положение порой выглядело очень серьезным. И так, снова здесь. Снова пытается душить. Почти минута до конца. Растягивает. Растягивает. Опасное положение для Рыскулбека. Но... Нет, растянуть, кстати, не удалось. Не удалось пока что. Терпит Рыскулбек. Переворачивается. Пытается вывернуться. Ох, как сложно. 30 секунд. Это много. Захват ослабевает. Да. Смотри, есть чем дышать Рыскулбеку. Неплотный захват уже. Рыскулбек молодец. Есть все шансы дотерпеть до гонга. Но как трудно, как опасно для Рыскулбека. Максим Братасов справился с состоянием. Есть зазор, тут пока что не критично все для Рыскулбека. А тут и слепануть может, да, Рыскулбек, да. Рыскулбек, более того, оказывается сверху. Конечно, это уже мало на что повлияет. Раунд сейчас закончится. Но насколько активен здесь Рыскулбек, посмотрите. Пока все. Друзья, второй раунд, и тут события приобретают интересный характер. Видели мы, как Расул Албасханов чуть ли не половину первого раунда пытался задушить со спины Рыскулбека, но Рыскулбек не то что выжил, он более того... Сам пережил контрнаступление. Да, свипанул, перешел, и просто секунд считанные оставались, так бы интересно, чем бы дальше это обернулось. Потому что у Рыскулбека тоже были свои варианты. Активно меняет стойки Расул. Рыскулбек безмолвно на это взирает. Сам ждет своего момента для атаки. Причем интересно, у него так опущена сильнейшая левая рука. Это все, конечно, на предмет потенциальной защиты от прохода, который готов уже отправиться, как мне кажется, Расул. Хорошо, здесь провалил оппонента Ибраимов. Но дальше воспользоваться этим не смог. Да, сам идет, пошел бороться. Представитель Киргизии. Вот сейчас Расул пытается удерживать Рыскулбека. Активно поддерживают Расула. Мы это слышим. Не хочет пока что работать шеей оппонента. Расул. Но позиция не та. Да, позиция не та. Для того, чтобы рассчитывать на гильотину. Но шею просто прихватил. Но тем не менее, вот таким образом Рыскулбек пытается, наверное, реваншироваться за то, что практически большую часть первого раунда он проигрывал. И вот решил показать, что он тоже может долго контролировать в партере своего оппонента, что навык его ничуть не слабее, а то и лучше. Поэтому посмотрим, как теперь, когда ситуация отзеркалилась, как сейчас будет защищаться тот же Расул Албасханов. Ну вот, кстати, да, в продолжении твоей мысли хочу сказать, что Расул Албасханов говорил о своем противнике, опять же, выказывая ему уважение, во-первых, за дерзость, да, что решил бросить вызов самому Расулу, да, и подраться с ним, и говорил, что да, я знаю, он хорош во всех аспектах, разносторонний боец, но я сильнее его в каждом компоненте, говорил Расул, поэтому у меня нет каких-либо волнений относительно результата нашего боя. То есть так, с уважением, но уверенно говорил о своем потенциальном превосходстве Расул Албасханов, но мы видим, что навыки-то Рыскулбека действительно в порядке. Пытается кувырком выйти. До конца не удалось избежать контроля со стороны Рыскулбека. И вот сейчас спина за
Раскульбеком. И теперь уже он будет наносить удары. И хэммерфисты. И что, и тоже попытаться душить со спины затем? Ну, вот, согласно стратегии. По-моему, нечто подобное назревает. Атакует справа, заставляя оппонента перекрываться. Он пока не хочет серьезно улучшать свою позицию Раскулбек, у него все хорошо. Продолжает уверенно контролировать спину, не пускает и... Уже старается переходить в контрнаступление Расул. Молодец, получилось. Да, и уже за спиной Расул Албасханов. Работает коленями. Ощутимые такие болезненные удары в бедро, тем более выстрелы достаточно амплитудные с левого колена в исполнении Расула. Да, таким ударом сложно нокаутировать, но хороший урон можно нанести. Да, ну и присадить соперника пониже. Хотя, как мы видим, Раскулбек все это выдержал и более того, наоборот, приподнялся. Наверное, будет попытка развернуться. Но, с другой стороны, как можно нокаутировать ударом в бедро, мы увидели недавно на турнире One Championship, где дрались Таванчай и Джамал Юсупов. И вот там Таванчай практически с первого же удара в бедро нашего соперника заставил сдаться. Но то был удар ногой, да, не коленом. Тем не менее. Сваливает соперника в партер. Расул. Да, и уже сам контролирует теперь. Но 15 секунд осталось во втором раунде. Да, как под копирку у нас два раунда. В первом раунде было преимущество у Расула, затем Раскулбек его перехватил. И теперь с точностью до наоборот. Отдыхаем. Итак, друзья, третий раунд. Раскулбек Ибраимов и Расул Албасханов. Смотрим. Пока что все достаточно ровно. Двигаться и финтить Расул. Раздергивая соперника, Раскулбек просто ждет. Хорошая атака. Много пауз. Снизу и сбоку атакует представитель Кыргызстана. Хорошо, здесь поднырнул под ноги соперника Раскулбек. Снова пошла работа в клинче. Опять заталкивает соперника к сетке Раскулбек. Так, и пытается опять душить. Нет, выходит на... Нет, не выходит на боковой контроль. Позиция хафгард. Быстро достаточно вырвался из захвата Раскулбек. Но вот... Расул все равно пытается улучшить позицию. Пока что... А что пока что? Он заходит за спину. Да. Заходит за спину. Где-то мы это уже видели, да, сегодня? И что, снова попробует на бою? Пытается сбросить. Заправить руки за шею Расула Албасханов. Но тут дело в том, что Раскулбек немного адаптировался к своему оппоненту. И поэтому, так скажем, купирует на... стадии задумки определенные технические действия своего оппонента. Хорошо стягивает на канвас соперника и опять пытается забрать шею. Ну или выиграть давлением на челюсть. Позиция, кстати, как раз похожая на ту, в которой были Хабиб и Конор, да, когда Хабиб одержал победу. Да, в том самом культовом поединке. Ну, без преувеличения. Совершенно точно. Но пока очень грамотно обороняет себя Раскулбек, не получая урона, завязывая руки оппонента, не давая тому закрыть захват. Очень вязким получается поединок. Но опять же мы говорили, что в данной весовой категории, как правило, борьба активная. И в принципе это мы видим, что здесь нету залеживания, нету... какого-то намеренного сбавления темпа, снижения его. То есть
Да, ну, то есть есть ребята активно, напряженно работают, да. Тратят при этом огромное количество сил. Так, опять пытается отключить ноги. Ну что, снова у нас такая, да, карусель получается, да. Зеркальная. Да, снова позиционная борьба, и теперь уже вперед в этой борьбе вырывается Расул. Причем вот, опять же, возвращаясь к тем разговорам, что я сильнее в каждом из компонентов, говорил Расул, да? Но как мы видим, что, в принципе, пока что картина такая, и один, и второй умеют выполнять противостояние друг с другом те или иные технические действия и приемы. Мне кажется, тут уже вопрос становится даже не в том плане, кто кого сильнее в каком компоненте, а, ну, как мы видим, у кого лучше выносливость. Да, это немаловажный фактор, и как раз мы это поймем, я думаю, уже в следующем раунде, потому что сейчас еще друг друга парни нагрузят в борьбе еще сильнее, причем это касается и атакующей, и защищающейся стороны, вне всяких сомнений. И уже потом будет ясно в четвертом-пятом раундах, если, конечно, дело дойдет до них, кто лучше готов функционально, у кого больше энергии сохранится. Но вот пока совсем не активно. Можно, наверное, ну, и рефери вмешаться. Ну, искать. Наверное, да. Пока что концовка третьего раунда выглядит наименее предпочтительной по зрелищности, если сравнить со вторым и первым. Да, потому что там был резкий переход инициативы от одного спортсмена к другому. Здесь пока все достаточно односторонне. Хотя, опять же, Рыскульбек ничего критичного не получил, ничего страшного не пропустил. Все попытки себя задушить он умело нивелирует. Может быть, здесь получится? Нет, времени мало. Очень мало времени, несколько секунд осталось. Но пытается активно проводить концовку раунда Расул, и это правильно. Раунд заканчивается. Четвертый раунд. Ну что, друзья, четвертый раунд этого упорнейшего противостояния. Рыскульбек Ибраимов против Расула Албасханова. И пока что ничего не ясно в этом бою. Да, напомним, это четвертьфинал Гран-при на легчайшем весе. Еще один, кстати, поединок мы посмотрим уже в главном событии. И Максим Протасов, безусловно, настаивает на большей активности. Мы категорически поддерживаем. И ребят, в том числе, в этом стремлении. Идет в атаку Рыскульбек. Да, неплохая двоечка от Рыскульбека. Но продолжение не последовало. Взял паузу, разорвал дистанцию. И пытается опять идти в борьбу. Рыскульбек. На чеку Расул. Хорошо, он контрит сейчас. Так, а вот здесь может закрыться захват или не может. Нет. Было перспективно весьма. Так даже на секунду показалось, что запаниковал Рыскульбек, но захват расцепился. И в итоге опять контроль спины со стороны Албасханова мы увидим. Пытается выбраться Рыскульбек. Здесь надо ему расцепить захват каким-то образом. Снова закатывает соперника на себя, активно работая как раз в направлении потенциального удушения сзади, я думаю. Расул. Да, есть такой ход мысли, мне кажется, направление определенное, но сложно пока что, особенно если сравнивать с тем, что было на ранних этапах этого поединка, пока что Расул, ну и, видимо, тоже на фоне усталости непросто выйти как раз-таки на прием сейчас. Хорошо защищается Рыскульбек, конечно, да, изыскивает возможности Расул для того, чтобы пробить, но, опять же, это совершенно не критично для Рыскульбека.
именно с точки зрения получения урона. Активно подсказывают Расулу, что нужно делать. Неподалеку от своего угла он располагается, все очень хорошо слышит. И продолжает по-прежнему контролировать все со спины Расул Албасханов. Но бурного развития из этого не следует. Да, но с другой стороны, Расул делает все для того, чтобы забирать эпизоды, забирать раунды, да, потому что третий остался за ним. Четвертый пока что идет под его диктовку. Первый, наверное, тоже, да. То есть в целом он делает все для того, чтобы математически обеспечить себе победу. Пусть это будет не, опять же, ярчайший нокаут во вселенной и не какой-то искрометный сабмишн, а просто успех и шажок в полуфинал и навстречу 1 миллиону американских рублей. Да, но тут, конечно, на кону стоит проход дальше, и здесь, как говорится, все легитимные средства хороши. Да, и успокаивают сейчас Расула, говорят о том, что все делает нормально, все, все у него под контролем. Но я думаю, он это сам прекрасно понимает. И снова пытается удерживать Расул Албасханов. Последняя минута четвертого раунда взяла свой отсчет. Да, совсем застопорилось дело. Вот мы видим, кстати, Сайхана Жамалдинова, тренера по ударной технике клуба «Ахмат». В общем, тренер по кикбоксингу. Ну, вот сейчас тоже активно подсказывает он Расулу, что нужно делать, как работать. Ну, 10 секунд. Ну, здесь можно уже просто вот так долежать и дождаться сирены. Потому что все равно сделать ничего не успеешь. Скорее там, всего. Контроль в целом, и раунд выигран Расулом Албасхановым. Пожали руки, конечно же. Все с большим уважением. Вот так мы и добрались до финального отрезка этого поединка. Пока что по раундам, наверное, все-таки Расул забирает этот поединок. Именно поэтому Расулбеку нужно активизироваться. Может быть, где-то форсировать, где-то рисковать. Оставлять все на откуп судьям. Большая авантюра для него сейчас. Хороший лоу-кик бросил Расул и отвечает хай-киком ему Расулбек. Идет сам бороться. Тут же попадает он на контрдействие со стороны Расула. Там закрывается захват довольно неплохой. Кстати, попытка зайти за спину, Расулбек читает это движение, не пускает. И более того, сам сейчас уже начинает поджимать оппонента к сетке. Выбирается и улучшает свою позицию Расулбек. Да, но снова, это шанс, это шанс для него. Меняется. Да, и Расулбеку нужно уверенно забирать раунд. Желательно со счетом 10-8 его выигрывать. Ну или добиваться досрочного, да, финиша. Чтобы уже... Чтобы не волноваться. Абсолютно. На объявлении вердикта. А Расулу нужно, конечно, выходить из-под этого всего и, более того, самому перевернуть ситуацию. Что он, в принципе, неоднократно делал уже ранее, но тут надо учитывать, что это пятый раунд. И сил уже немного. Практически все. Все израсходованы, причем как у одного, так и у второго. Просто вопрос лишь только в том, у кого больше они иссякли. Вот, по сути, Расулбек сейчас не может ничего сделать, кроме контроля, что, в принципе, тоже неплохо, но еще чуть-чуть, и Максим Протасов будет... Да-да-да, я вот и говорил, вмешаться в активность, потому что контроль, и все, нету действия. И вот как под поддержку местной публики опять все меняет Расул Албасханов. Не оставляет он попыток, несмотря на то, что уже пятый раунд, все-таки выйти на досрочный финиш. Не просто завалять, забороть, залежать, а именно вот
принудить к сдаче своего соперника. Нокаут мы вряд ли здесь увидим, а сабмишн вполне... Да, ничто не предвещает, потому что ударов, в принципе, очень мало. В основном идет активная борьба, ну, шла, во всяком случае. Ну, и работа в стойке самая минимальная была. Да, она была подготовительной как раз именно для того, чтобы сократить дистанцию и дальше начать бороться. Контроль спины со стороны Расула, вновь левая нога заправлена. И опять начинает искать шею соперника Расул. Хороший удар вот здесь опять. Да, может быть неплохо, но Рыскулбек пока в состоянии контролировать происходящее, поэтому не дает он захвату закрыться. Так, что сейчас пытается сделать Рыскулбек? Ну, наверное, ничего, просто вот за счет такого прихвата руки сдержать в целом наступление своего оппонента. Он очень старается, делает все, что, чтобы если не досрочно, то, по крайней мере, уверенно по очкам этот бой за. А не хочет ли задушить соперника через руку? Если есть силы для этого. Да, здесь надо плотнее прижаться. Тут вопрос в том, что Рыскулбека, как мы видим, вообще задушить-то тяжело. Даже если прием получился, он очень терпеливый боец. Мощная атака коленом со стороны Расула. Но выбрался, в очередной раз выбрался из очень неприятной ситуации Рыскулбек. Продолжает он эффективно себя защищать. И более того, сам, похоже, планирует вытащить руку оппонента на Кимуру. Ну или, по крайней мере, угрожает ею. Полминуты остается. Так, интересно, интересно. Любопытно. Так, контроля ногами нет. Пока что. Ну, посмотрите, что творит Рыскулбек. Посмотрите, что делается. 20 секунд. Нет, здесь. И здесь тоже выдерживает. Вовремя засовывает руку себе в корпус практически. По классике. Чуть-чуть остается до маунта. Ну и времени совсем ничего осталось до конца боя. Ну, как бы близок, мне кажется, Рыскулбек сейчас к тому, чтобы все перевернуть с ног на голову, и все заканчивается, время боя. Потрясающе. Конкурентный поединок. Да, немало сил было оставлено. Оба едва держатся на ногах, обезвожены. Но со главный бой. Господа, по завершении всего главного события обратимся к судейским запискам. Ladies and gentlemen, after the end of the co-main event, we go to the Georgia scorecards. Все пятеро судей одинаково оценили этот поединок 49-46. All five judges are in agreement, scoring the same 49-46. Таким образом, единогласным решением одержал победу и отправляется в полуфинал гран-при в наивеличайшем весе. Your winner by unanimous decision and goes to semifinal, Расул Албасхан. Наши предчувствия нас не обманули. Поздравляем Расула Албасханова. Ну и также высказываем всяческое уважение его сопернику.